Расстояние смотрел? А мы сейчас в Магадан не выехали. А расстояние смотрел, я вчера посмотрел, я в шоке был. Подожди. Вообще 12-13 тысяч, как Серега сказал. Я уже больше половины почти накатал. Вы подождите, это же еще не весь фокус. Еще весь фокус в том, что будет дальше. Я говорю, закончится... Это на тех картах ехать, я сомневаюсь, что-то. Мне кажется, что такие варианты будут по всей карте. Ну, Чех мало катался, поэтому... Слушайте, я просто говорю, как он сказал, все закончится в Магадане. В Магадане мы покружимся, 1013 наберем, а в конце он скажет, там есть аэропорт, садится самолет, знаешь, и перелетел. Во Владик сразу. Да, во Владик сразу. Там скрытая дорога в Владик, не это, просто в порт, и там паром на Владик. Это есть дорога на Оху. Мне тоже так кажется, там ближе на Оху, точно. Жопой чувствую, что там есть дорога, но где она, блядь? Где ты говоришь? Нет, это есть дорога на Оху. Посмотри карту, открой, посмотри, где Оха. Глянем. У нас такой ситуации, что это все даже самые такие, это, невероятные. Ну, вообще-то, да. Там так виртуально где-то километров 200-300, да? Да, да, да. А еще может, ребята, быть, есть козлы вот эти в воде, которые полностью утоплены, не видно их. Там может поворот налево быть или направо, и все. Вот таким же успехом может быть скрытая дорога с Магадана на Новгороде. Да, может, в новых редакциях уже там открылась ту сторону. Свободной камеры перелетаем во Владика, все. Отчет. Класс сдашь. Кого? Отчет доставки грузов. Ты какой сдашь? Еще раз. Ну да, Владика, ты вез грузы, правильно? Вот где твои скриншоты, ну, отчетные вот эти. Ё, где выкладывать, что ли? В смысле? Ты про что? Про то, что свободная камера сразу во Владик? Ну да. Первый груз отвез, и который что только дали, и все, и перелетел туда. Без отчета. Политраж, обвинитовой, соляра. Телепортом. Если бы оно по небу считало соляру у тебя еще. А километраж. Во Владике катайся. Намотай 13 тысяч, я представляю. Ну считай, что дорога во Владик тоже закрыта. Владик вообще есть на карте сейчас? Идем в Новый Патч. Сейчас тебя понимаешь. Там в коробке не подъезжаешь к этой пещере, говоришь, сим-сим, откройся, а тебе говорят, дури, прочь, сменился. Получите новый патч, раз и открылся. Это, знаешь, Олег, я точно, вот парень говорил, я просто я в игре не вижу кто. Это, там точно дорога есть на Оху, я смотрел вчера по карте, что-то у меня было так смутное сомнение, там близко, блин. Я сказал, хорошо. Там точно, да, да, вот. Там он в Италии ездил по морям, океанам. Это с Колей прошли лето, это, говорится, с тросточкой такого, знаешь, слепого, так это, на ощупь по колее. А Виталий там где-то лазил. Да вот, ничего он... не лазил, я так же ехал просто и все. Так видишь, мы с Колей попали в одну сторону, а ты попал в другую. Олег, смотри, там тут где лазил. Тут повезение получается. Лех, там где предпоследний... Мы же с колеи не выходили. Лех, я также из нее не уходил, я по правой ориентировался, потом просто уперся, у меня влево начало... Ой, все, не буду говорить. Олег, так. Понимаешь, там где последние, предпоследние заправки, там как раз Оха это, вот по карте посмотреть. Вот если ты такой умный, вот, пойди и разведай, ты в том районе же, да? Я скажу что-то, подожди, сейчас его. Это люди пытаются доехать
по редакции Р-39 с Магадана до Владивостока. Скажите, кто-то был на последней заправке на объездной дороге? Никто, по-моему. Сейчас подъеду, буду там. Ну, дашь телеграмму. Вот это, по-моему, может быть и ключик к развязке вопроса. Вы знаете, что я не скажу вам? Только про... Понятное дело. А мы тебя пытать будем. Просто. Уже видео записал на часов на 8, на 9. Если не больше. А, вот смотри, Оха и последняя заправочка. Ты вот посмотрите, ребята. Привет, Саша. Почему я и сказал, что мы должны попасть в Оху? Только где-то дорога на Оху. Где эта улица, где этот дом? Где эта пионерка, что Олег, он влюблен. Это было бы слишком просто, если бы можно было бы так сразу на Оху попасть. Это просто. Ты уже там большевик облазил. Найти, найдешь дорогу, считаешь, что ты хороший человечек. Почему ты думаешь, что так просто? Может, потом там где-то с другого городка она будет обратно перейти в ту сторону. В Магадан, да, причем? Ты возьму, Озерного. Не, ну у меня сил, ребята, назад не хватит проехать. Вот это все, что я сейчас еду. Ну да. Я и так еду 3-4-5 километров в час. Машину не разбить. Береги руку, Сеня. Где, короче, ты заявку пишешь, куда поехал и так далее, этим МЧСникам, в Озерном. А что ты хочешь делать? Видео выкладываешь, что ли? Ты, слышишь, Олеж? Потом уж. Олеж, дай бог мне случится найти работу, на дорогу, я вам все равно не дам это подсказку. Знаешь почему? А ну, сколько денег? А я не в той мафии, я не по конкурсу. А, так тем более. Да вот тем более не дам. Ты тем более не вылетишь. Нет, так он вешает, на что намекает. Он не даст, он продаст. Ну сколько денег? Ну. У кого, у меня? Сколько денег за подсказку? А, ну я не знаю, сколько он там. Видишь, он еще думает. Я не нашел, я тебе больше скажу. Саму подсказку. Я думаю, сколько в мешок влезет. У меня есть кубинский. Который без нас с дырками, да? Откуда знаешь? У тебя такой же? Конечно, у меня такие два мешка есть. То мы с тобой, наверное, банк грабили. Все слаживали, слаживали, не могли набрать их. Больше слаживали, в масках были, кто его знает. Да, да.